Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня я вам покажу, как я готовлю домашний адыгейский сыр. Надеюсь, вам понравится это видео. Кастрюлю с молоком поставила на огонь и буду ждать, пока не появится пенка. Вот поднимается наша пенка. Заливаем уксус. Хорошенько перемешиваем. Выключаем огонь. Оставляем на 5 минут для того, чтобы молоко свернулось. Вот я все это выложила в брынзу. Теперь я его поставлю под пресс. Сыворотку я поставила остужать. Затем я отправлю ее в холодильник. Она мне пригодится для сдобы, блинчиков и оладий. По вашему желанию вы можете добавить укроп или петрушку. Вот и получился наш сыр. Очень рыхлый. Вкусный. Надеюсь, это вам видео понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет много нового и интересного. Всем пока!